Воспитанники Центра детского творчества «Добраториум» запомнят этот радостный день надолго. Итоги конкурса «Бабочка. Чудо природы» было решено подводить в торжественной обстановке. Грамоты и подарки, наборы для творчества для ребят устроили настоящий праздник. Сегодня опытная комиссия отобрала лучшие работы. Но я хочу сказать, что в нашем Одинцовском городском округе все дети талантливые. Поэтому, наверное, каждый ребенок, который принял участие, он является победителем. Потому что на бумаге, в своем творчестве он показал любовь к родному краю, любовь к природе. Каждая работа по-своему уникальна. Педагоги не перестают удивляться творческим способностям ребят и их безграничной фантазии. К примеру, один из воспитанников посвятил бабочкам балладу собственного сочинения, а победительница конкурса Светлана Блохина изобразила крылатую красавицу в 3D-измерении с элементами папье-маше и гербария. До прихода в наш центр многие дети, они рисовали в черно-белых цветах. И рисовали мрачные сюжеты. И то, что вот они сейчас рисуют цветных там бабочек и вообще используют яркие краски, яркие материалы, это как раз заслуга преподавателей нашего центра, потому что они в них раскрывают способности, которые у них где-то сидели внутри, но не могли найти выход. Теперь стены центра украшают бабочки из бисера, пластилина и бумаги. Каждая работа – шедевр детского творчества. Но помимо художественных способностей, ребята удивили гостей еще и актерами. Мастерством. Они впервые вышли на импровизированную сцену и сыграли спектакль «Крылья». Этот спектакль полностью импровизация. Вот то, что вы видели, делает Гриша, это он сам придумывает. Я ему никаких слов не давала. Заранее мы ничего не проговаривали. У нас есть ситуация некая. И в этой ситуации просто мы все... Я, они, мы все живем. Главную роль в спектакле отдали Грише, ему 21 год. Художественный руководитель отмечает его неординарный актерский талант и оригинальный темперамент. Да и многие этюды он придумывает сам. Для Григория и других особенных детей занятия в студии помогают развить любовь к искусству и красоте, раскрыть творческий потенциал и увидеть мир в ярких красках. Вот если кто-нибудь, испытывал взаимную любовь, вот у нас взаимная любовь. Они меня любят, я их люблю. Я даже не помню, чтобы я хотя бы раз как-то немножечко раздражилась. Как с педагогами всякое бывает, да, вообще этого не было ни разу. Они мне все разрешают их учить. Я им разрешаю быть естественными, живыми. Благотворительный фонд помощи детям «Добраториум» планирует организовать выставку конкурсных работ и представить ее широкой публике в конце ноября. Влада Шишова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».